Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Приехал, сижу. Очень маленько там поклепал, кое-что сделал. Ну, еще не до конца начал доделывать. Как вы видите, сазок у меня в воде. Поймал одного леща. Вот такой же лещ, как и тот раз я ловил. Короче, был два поймал леща. Один лещ был, он весь в болячках. Это всегда у леща такая болезнь, именно в мае месяце, когда он икру отметал, и у него там как будто как наросты такие получаются на теле. Как мне объяснили, и каждый год такая песня. И мне как-то местные объяснили, я говорю, почему они в болячках? Они мне объяснили, то, что они когда икру метают, они везде где-то там в корягах трутся, и получается, что даже в этой их не склизь. Кто рыбак, знает, что у леща у него склизь такая. Ага. И это, когда он икрится, получается, что он всю эту слизь стирает. И даже бывает, что и чешуя у него, клешит там. И бывает даже, что и чешуя парочку там слетает. И потом получается, ну, как нарости там такие. Как болячки становятся. Вот. Но потом, я тоже раньше когда рыбачил, а потом через пару недель смотришь, уже все, они все чистенькие, аккуратненькие. Вот и такой был один попался у болячках. Что там плавает? Ага. И это попался был с болячками. Но я его, конечно, отпустил. И крючок у меня оборвал, я из него. Именно на ту удочку, которую я карпа поймал. Там стоял у меня крючочек небольшой, и поводок, там у меня, ребята, поводок стоял у меня. Сам у меня по себе, вот эта удочка, да, где карпа я вытащил, там шнур стоит. А поводок у меня стоял, по-моему, на 2,2, по-моему, на 2 килограмма, или 2,8 килограмма, что-то такое. Поводок маленький такой стоял, как сказать, на разрыв. И по идее он должен был бы порваться. Ну, карпа выдержал, потому что за счет катушки, потому что катушка срабатывала. А сейчас, когда леща вытащил, оборвался, то есть получился вот этот сачок, опять в этот маленький, в этот маленький сачок, и получилось, когда его уже леща, значит, садок приподнял, а крючок у него получился, что выскочил и зацепился за, именно за сачок этот, и порвался, и поводок порвался. Вот и поэтому, когда мы карпа вытаскивали, поэтому я Сереге говорил, что я лучше я сам вытащу, потому что я знаю, как это бывает. Сачок, когда маленький, тут надо уже точно его подвести так, чтобы он точно сразу сачок попал. Это в зависимости, допустим, как рыба зацепилась, да, если, допустим, крючок проткнул ее, и еще сразу с первого раза или со второго раза не попадет в садок, и может этот крючочек зацепиться именно за эту ткань. И он может так оборваться. Поэтому я и говорю, что Серега, я сделаю сам. Потому что я знаю, что такая песня. А сачки есть у меня, ребята, и большие есть сачки, я уже показывал. У меня есть вообще метр на метр такой трехугольный. Специально для карпов. Вот. Лежит у меня все там в наборе. Там две удочки. И именно сачок такой. Он просто с этими удочками, там они 3,60 длиной. Ребятки, посмотрите, тут такие деревья. А тут так этими удочками бесполезно рыбачить, потому что ты не сможешь закинуть толком-то. 3,60 метра обязательно зацепишься. Эти удочки я покупал специально, чтобы на реке или на каком-нибудь озере рыбачить. И чтобы закидывать можно было на 1,80 метра. На 1,80 метра точно я, наверное, закидывал. Но там мощные такие удочки. Вот. И поэтому я сюда пару раз тоже брал, я понял, что их не закинешь. Мне деревья все отпиливать, оно все равно упадет. Это дерево упадет. Видите, оно сейчас стоит под уклоном. Сейчас еще листва больше будет. А представьте, потом, когда будет дожди, да, дерево будет такое сырое, и потом ветерок. И она от тяжести, она сломит. Потому что это, я не знаю, это ива или как ее называют, хрен не знаю, что за дерево такое. Но она такая нежная. И даже когда вот еще пилишь, вот когда только внизу подпилишь, можешь уже стучать, она уже будет ломаться. Она очень нежное такое дерево. И поэтому она падает. Скорее всего, это как, похоже, как в виде ивы. Это из этих семейств таловых, наверное, или как мы говорили, тала, кто говорил, ракета. Ну, в принципе, такая самая листья, такие же.
Ну, это как дерево, это как ива, наверное. Ребята, напишите в комментариях, как это вообще дерево называется. Кое-что, оно ненадежное. Вот такие дела. Значит, когда я там работал, пикало. Я просто уже приходил, когда уже почаще она срабатывала. Вот тогда был два леща и вытащил. А сейчас, думаю, посижу, покурю, камеру на голову одену. Думаю, может, клевать будет. Ни хера. В принципе, я тоже уже прикормил своей вот кукурузой с пшеницей. Я как приехал, был сразу маленьким накидал. Ну, немного. Ага. Опять что-то перестало. Даже пикать перестало. Как бы как обрезало. Это постоянно что-то дергалось, что-то сигналы шли. Ну, понятно, что на одной удочке там постоянно крабы. Потому что они даже кукурузу не жрали, сволочи, а именно опарыша полностью его объедали. А когда, допустим, рыба, ну, опарыша в рот берет, она его обсасывает, и потом, как она, как тряпочка потом висит. А тут его полностью, чистоганом нету. Все, они, это только крабы. Тут крабов очень много, и маленькие раки такие. А именно там, где я раньше рыбачил, на другой реке, именно как раз с июня месяца, вообще будет труба. Там будет только одни крабы. Бесполезно будет рыбачить там. Кое-что закидываешь, клюет. Или краба вытащишь, или он крючок тебе отрежет. Такая песенка. Вот это надо дальше работать. Думаю, может здесь клюнет. Погода, ребята, исключительная. Конечно, жарковато. Дождей нету. Ну именно вот здесь, вот когда сидишь в тенечке, еще сверху когда поднимаешься, там ветерок. Даже на камеру будет слыхать, наверное. А тут как в низине, нормально, прохладно. Потому что водоем тут рядышком. Прохладно. Так, я свет надо потушить. Опа. Сейчас мне ухо заложило одно. Видите, последний раз, сколько мы были эти. Кукурузу я был накидал туда. Тогда карамкарпа поймали. Ну там один здесь он плавает. Весь лес заморается, он снова приплыл. Ну на дурачок ты. Плыви дальше, какого хер запышел. Видите, он вот такой вот. Плыви дальше, к берегу идешь, ты дурак. Там воды-то поболее. Сейчас я еще маленько посижу, хотел сказать, посижу. Поковыряюсь, доделаю. Надо домой ехать. Потому что к нам едут гости, они где-то должны были в 9 утра выехать. И я думаю, где-то часиков 7 или 8 вечера должны быть у нас. В зависимости, какая дорога будет. Должны к нам уже приехать. Мне еще надо тушиваться, нам. Вот мои палеты. Хорошая штучка. Между прочим, ребятка, одна палета всего стоила 1 евро 50 центов. Так вот на работе у нас сейчас стали другие палеты, они по-другому, они намного прочнее, чем вот эти вот. Ага. И это самое. А эти старые, они решили продавать по евро 50 за одну палету. Ну, мне нравится то, что она, видите, площадь такая ровная, и она очень стабильная. Она стабильная, тут базара тут нету. Я надеюсь, на морозе ему тоже нихера ничего не будет. Так что мостик с него забубеню. Дай бог, пока вот пуску еще сделать, что такое. А это как резина, чтобы она не скользила, что ли, сделали. Как пробки такие, что ли. А хрен вытащишь. А, видите, это специально. Я знаю, что пластик-то он, особенно если в... Ну, это вот только для свежей, да, там, для рыбы свежей, для, допустим, для салатов. А как у нас в холодильнике, они не идут, потому что они скользят. А вот какие-то резинки стоят, они здесь. Интересно. С ней все вытаскивать надо. Нет, не надо. Для чего они тут сделаны? А, и чтобы когда палет... Точно, ребята, короче, когда... Точно, когда штаплером на вилы берешь... палету, а это как резинки, чтобы они у вас поэтому на вилах не скользили. Но здесь тоже так придумали.
Нормально придумали. Надо тоже стачивать, в принципе, эта резинка. Видите, везде резина есть. А хотя вот здесь бугорок. А, нет, отсюда же берется. А, вот так вот, отсюда же нормально валится. Надо отсюда, по нормальному отсюда надо вилами заходить. Видите, как раз это сделано. Точно. Все продумано, я их. Все продумано. Лучок. Так, пойдем посмотрим, что там Вальдемар там колдует. Колдует бабка, колдует. Так что-то Ведьок не приехал, что-то хотел с Ведьоком приехать работать. Что-то его не видать. Они брали мою машинку, и там, по-моему, масла было маловато, она не стала работать. Но они хотели все это делать. Видите, вот так вот инструмент вожу. Вот. И тут не вес какой-то просто как, ну, необходимый. Постоянно надо увозить, потому что невозможно тут оставлять ничего. Мы здесь тут ковыряясь. Так, ты скоро на скорую руку бузую, лишь бы были здесь. Я еще не доделал, просто все еще висит. Забацаю сейчас быстренько, да домой поеду. Первый отпуск в понедельник, ребятки. Так что я буду тут каждый день, наверное, теперь. Все, здесь хочу сделать полочки, на все порядок, все подмести. Ну, я тут раз уже вам говорил. И будет все, окей. И будет все, окей. Зал. Все, вот я камеру отключу. Видите, сейчас ветерок дует, да? Ой, хорошо. Прохладновато. Прохладновато. Что там, рыбов нету? Так всегда, как камеру оденешь на бошку, даже пипик не делает. Ну, ладно, хрен с ним. Все, ребятки. Пока будет, наверное, все. Хотелось бы еще бы пару лишей таких изловить. Потому что наша дочь, она любит уже рыбу. Ей все равно с костями, она без костей. Она может кушать, как я рыбу. Потому что она с детства приучена к этой рыбе. Ну нету, я думал еще парочку изловить. Свеженькой рыбки, чтобы она отведала. Ну ладно, ребятки, пойду я только ковыряться. Как говорится, с вами хорошо, а работать надо. И никак, что сегодня она не хочет. Ну нехай. Камера, короче, будет у меня на лбу. Да елки-палки. Мелочевка какая-то долбит. А я проглотить не может. Там я нацепил штук 5-6, наверное, опарыши и еще кукурузу туда. Чтобы уже наверняка было. Сейчас только уйду, опять начнет пикать. Опять пойду я. Вот мелочевка. Хорош он заглотит. Услышим. Как говорится, забубеню. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Вот здесь она. Что, пару болтиков, все будет нормально. Выскочил, да? Когда букашка по спине ползает, неприятно. Приятно.
Все. И там уже это все тело у меня все. Что не пикает больше. Надо посмотреть, пойти, конечно. Сейчас докрутим и потом посмотрим. Подалка не работает. Подалка не работает. Давай, давай, пикай. Сейчас еще два болтика закрутим, пойдем посмотреть твою пикалку. Пойдем глянем, ребята. Потом доделать. Еще пару болтиков. Ну и что ты тут? Пик-пик, так пик-пик. Все на месте, все висит. Пикай дальше. Ну, пускается. У меня уже. О, бляха, муха. У меня уже времени нет. Сколько там уже натекло? 6 часов будет. Ну, я, в принципе, рассчитывал где-то всем дома быть. Потому что я думал, может быть, еще они утром 9 часов выехали. Им по-любому 10 часов ехать надо. Что? Поглядим, как она тяжелая, не тяжелая. Ух, ни хрена себе! Так, я сейчас где-то буду не все закрутил уже. Ну, конечно, пиздик не пойдет. Это почва, блин. Какая-то неправильная. А мы тебя положим нахер. Все сомнется, блин. Абсолютно. Бляха, муха тяжелая. А, я тут не закрутил его, извините. Закрутим еще. А мне кажется, молодой человек, что у тебя шуруп лишний остается. Вроде бы нельзя подключить тебя. Я попробуем ее на место занести. Было бы прикольно, если она бы, бляха, муха, то она бы еще не зашла. Что было бы, да, исключительно смешно. Так. Опа-да, давай, заходи. Отсюда я ходил его. Закусилась. Не идет. Вот так вот я представлял, что она вот так вот будет. Нормалек. Места хватает. И тут что-то посмотреть взять. И тут что-нибудь положить, весь хлам. Так, главное, этот инструмент свой не оставить. Ну, дальше не видать. Точно, начнем, ребят, собираться. Камеру я отключу. Будем собираться. Домой надо. Опа, ну, ветку попалась. Ну, тоже 50 сантиметров, тоже больше. А мне говорят, хвоста, хвост не мерится. Ну, если брать от хвоста, то 54-53 сантиметра. 52-53. Ветерок шибкий поднялся. Так вот. Ну, 50 сантиметров точно будет. Если так взять 50, вот. Так, 50. Сейчас точно будет. Все. Вот такой вот улов сегодня. А один, как я уже говорил, я его отпустил. А этого сейчас заберу домой. Все, ребятки. Заработал Вальдемарка.
маленько, чтобы пока посушится. Сейчас быстренько солерусь. И галга, я дома до хаты. Все, пока. С вами был Вальдемарко. Очень погода хорошая, маленько поработал. Так-то так, ребятки. Все, покедово. До следующей встречи.